Сейчас конец августа, погода продолжает радовать нас замечательными, отличными, теплыми, безветренными деньками. И вот розы продолжают цвести. В том числе выбросила очередной цветок роза шраб Манстед Вуд. Вот такая симпатичная розочка. Я уже показывал цветы этой розы. И некоторые цветоводы написали, что это все-таки роза другого сорта, не Манстед Вуд. Что, дескать, у Манстед Вуд, у нее три центра в цветке, и поэтому она выглядит такой пышной и крупной. И вот я присмотрелся к этой розе. Вот в описании она выглядит следующим образом. Сохранил картинку от коробочки. И вот выросла такая. Это уже, наверное, последний цветок. Бутонов больше уже не наблюдается. Ну, действительно, уже осень подходит. Какие уже цветы. И вот этот цветок, он вырос такой же крупный, как и прежние цветки. И если присмотреться, то все-таки видно, действительно, у этого цветка три центра. Они не очень ярко выражены, но все-таки они заметны. Я не знаю, конечно, выращиваю первый сезон розы. И этот сорт Манстед Вуд тоже впервые. Поэтому точно сказать не могу, но все-таки, похоже, этот сорт соответствует описанию. Ну, как бы то ни было, это очень красивая роза. Вот такая замечательная розочка. Смотрится, ну, просто исключительно. Несколько цветов уже распускалось. Они были срезаны. И вот это уже, похоже, последний цветок в этом сезоне. Вот такими замечательными цветами радуют вот эти розочки. Ну, к слову сказать, еще и другие сорта роз заканчивают цветение. Только один из них, вот этот вот, еще пока имеет бутоны. Вот видно, что собирается распуститься цветочек. И вот еще бутончики. В остальном розы, по-моему, сезон заканчивают. Но это нормально. На этих розах, несмотря на то, что это был первый сезон их роста, было довольно много цветов. Теперь главная задача — сохранить их зимой. Хотя вот этот сорт тоже, High Magic, тоже вот бутончики опять появляются. Это будет уже третий раз он будет цвести. Вот этот сорт вообще маленький кустик, но цветет очень активно. Ну, посмотрим. Надеюсь, на следующий год эти розы тоже сохранить. Но на сегодняшний день, конечно, вот эта розочка Манстед Вуд выглядит просто королевой среди всех цветов. Очень красивая роза.